असार संसार खलु दुःखरूपी विमुखः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलते अनिशम् असार संसार खलु दुःखरूपी विमुखः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलते अनिशम् न च इन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Those who are going to enter into renounce order, Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Прабхупад говорит, что те, кто собираются принять отреченный уклад жизни, саньяси, брамачари и серьезные грехатхи, которые хотят совершать харибаджан для них, Шрила Прабхупад говорит, есть некое влечение к объектам этого материального мира. Иногда случается, что мы привлекаемся к чем-то материальным, поскольку это панчал-кшетра. Что такое панчал-кшетра? Пять шабда-раса, шабда-спарша, и вот эти пять органов чувств, они стремятся соответственно к своим объектам, объектам чувств. Это естественно, что кто-то привлекается к таким материальным вещам, но Шрила Прабхупад сказал, что те, кто принимают отреченный уклад жизни, то они пытаются как-то отрекаться, но все равно они привлекаются к материи и попадают в материальную жизнь. Это совет Шрилы Прабхупады. Что те вещи, которые вы видите, куда бы вы ни смотрели, вы должны думать о последствиях этого, о том, что будет дальше с этим объектом, каков результат этой вещи, ради которой мы из-за которого мы чувствуем какое-то влечение. Я могу историю рассказать. Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, когда он искал Садгуру, он ездил по всей Индии, в Гималай ездил и прочие места. И он услышал звук с небес, что твой Гурудев там, в Бенгале, иди и езжай туда, он ждет тебя. И он начал поехал в Бенгал через, и вот он был в Ришикеше, в Харидваре. Там прекрасные места, и он хотел остаться на пару дней. Эти места, они помогают развить непривязанность, они очень величественные. Ганга, она очень прекрасна, там такая естественная природная чистота, она может помочь развить непривязанность, отречение, это естественно. Но однажды случилось нечто. Какие-то богатые супружеская чета. И вот они увидели какого-то этого брамачари, вот Евы Мадхава Махараджу, который был брамачари, принимал омовение, они восхитились им. Они подошли к нему и посоветовали. Сказали, что у нас просьба есть, если вы выслушаете, да, что случилось, мы хотим
взять вас приемным сыном, у нас нет детей. Мы очень несчастливы из-за этого. И вот сейчас мы хотим обрести тебя в качестве нашего сына. Мы мы обладаем несметным богатством, мы оставим это все тебе, но ты должен стать нашим сыном. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он вечный спутник Шрилы Прабхупады. И вот он сказал, что я не могу пойти в ваш дом, мне не интересно никакое богатство, поскольку я хочу обрести садгуру, я ищу моего духовного учителя, я не могу ваше предложение принять. И вот много вещей случилось в Южной Индии также. Шрила Бхакти Шоудха Ашрам Госвами Махарадж, он встречался там, проповедовал, в смысле, одной пожилой женщине, у нее была дочка, она хотела выдать свою дочку замуж за этого Ашрама Махараджа. Она сказала, что может дочь отдать жены и все богатство в придачу, а Махарадж засмеялся и сказал, что не надо. И может нас помнить. Я говорил в месяц с Пурушоттам о полубогах. Они Шукадев Госвами посоветовали, что Парикшит Махарадж, мы должны спасти его. И мы Амриту с наших небес можем дать это Парикшит Махараджу. А вот эту Бхагават Амриту вы можете дать нам, а мы эту нектар с небес вам взамен дадим. И Шукадев Госвами, он даже не подумал нужным отвечать на такие предложения. Он молчал, поскольку они хотели сравнить Бхагаватамриту с небесным нектаром Амриты. И вот Шукадев Госвами, он был недоволен ими. Он опечалился и начал говорить сам такие слова, что эти полубоги, они очень хитры. Они хотят обрести какой-то... Ну, в общем, он не хотел исполнять их материальные планы такие, и, соответственно, не счел нужным им отвечать. И вот та шлока, с которой Махарадж начал, она из Шримад Бхагаватам Махапураны, из прославления Шримад Бхагаватам Махапураны, из Падма Пурана эта шлока. И вот прославление Бхагаватам, это оно не отлично от Бхагаватам. И вот это слово я могу вспомнить. Великий преданный не из нашей Гауди Сампрадая, он из Рамануджа Сампрадая. Not Gauriya Sampradaya, but still you can learn something. Not that it is not relevant. You have to speak this thing, you can get some, you know, power from it. He is from a high family. И вот он из происходил из какой-то высокой семьи, и ему все надоело, хотел оставить дом и отправиться в Варанаси. Но его отречение не было еще совершенным. Он думал, что этот мир не вечен, делать тут ему нечего. И вот он в Варанаси отправился, мог вернуться, но неизвестно. Но когда он пришел в Варанаси, то он
получил даршан Вишванатха, и после этого он услышал Харикатху от какого-то великого саду, не из Гуди Сампадаи, но от самоосознавшей себя души. И вот он говорил Харикатху, и он слушал. Там много людей были, которые тоже слушали. И вот Харикатха началась, и через какое-то время он услышал эту шлоку. И вот, это материальная самсара, это она асара. Здесь нету ничего ценного. Это все ложное. Painful experience you can get in this material world. So, и в этом материальном мире много разочарований, много несчастья. Кто наш отец, сын, дочь или жена? В тот день я говорил, когда мы видим, вот когда эти мурмуртивалы, которые делают разных этих божеств, мурти делают, вот они как делают, сначала из дерева делают какие-то каркасы, потом соломой набивают, соломой оборачивают эти каркасы, чтобы было как-то похоже на эти мурти. Потом глиной обмазывают, и потом уже формируют более такие похожие образы и раскрашивают впоследствии, и получаются такие красивые статуи. Дурги Сарасвати, скульпторы по-русски, эти мультивалы будут. И потом Пуджари призывает эту Дургу или Сарасвати, или чья статуя там. И таким образом, это тело, если мы посмотрим, мы увидим, что его тело состоит из тела, крови и плоти. И Шанкарачарья, он вайшнав, но по указанию Кришны он написал какой-то Майавада Вичар. Но Шанкарачарья написал такие слова. Человек, если вы посмотрите на кого-то, я знаю, вы привлечены чем-то, как мужчины привлекаются женщинами, наоборот. Это естественно. И вот Шанкарачарья говорит о глупце. Это тело состоит из каких-то материальных элементов, и после того, как оно умирает, то это тело разлагается на эти первые элементы. И такова ситуация, и поэтому Шрила Прабхупада сказал, это моя просьба, что если те, кто принимают отреченный уклад жизни, я советую, я знаю, вы привлекаетесь, но вы должны думать о последствиях, о том, что впоследствии случится с тем объектом, который привлекает вас. И такова ситуация обусловлена душ.
обусловленные души так или иначе пытаются поддержать какое-то, какие-то правила приписания, поддерживать, может, на показ, но так или иначе какие-то этические принципы, мораль, но все это бесполезно. Без, не посвятив, если наша душа не будет посвящена, не предастся лотосным стопам садхгуру и вайшнавов, и как, сколько посвящения может быть, сколько морали, но все ложное. Внешне мы можем отречься от какой-то материи, от каких-то материальных вещей, то есть внешне можно отречься, а внутреннее отречение не всегда происходит. И вот можно наблюдать, что внешне отреченные люди стремятся к каким-то материальным вещам. И вот такова ситуация. So you see, и вот смотрите. That is the situation. So Indra is not happy. Индра он не сейчас несчастлив. Индра он или какой-то царь, который повелевает всем миром, он тоже не чувствует настоящего счастья. Есть много таких примеров, но где же это настоящее счастье? Счастье там с Муни, который думает о Верховном Господе. Муни значит не тот, кто в этом в едином месте медитирует. Это не совсем правильное значение. Муни это тот, кто поддерживает строгость. Тот, кто контролирует свою речь. И вот Муни это тот, кто контролирует свои органы чувств. Тот, кто контролирует свою речь, имеется тот, кто всегда говорит о славе Кришны. Если мы говорим о славе Кришны, то это не нарушает нашу маунаврату. Если мы воспеваем святые имена или и прославляем так или иначе Кришну, маунаврата на нарушается, когда мы говорим какую-то ересь или какие-то мирские вещи, не связанные с Господом. Шрила Прабхупада говорит об условленной душе, у них нету, они далеко не всегда могут контролировать свою речь. Обусловленная душа, если она пытается контролировать свою речь, то внутри внешне могут и не говорить, но внутренний диалог как-то происходит. Шрила Прабхупада говорит, что я, может, внешне не могут контролировать свою речь, но внутри не всегда, когда контроль возможен. Только тогда, когда вы будете прославлять Верховного Господа, и поэтому во время Гуру Пранимы я могу рассказать, что сказал Рупа Госвами Пад. Это наш
наивысший совет, то, что говорит Рупа Госвами Пад. Таннам рупа чаритади сукрито нану. Таннам ане, the name and glories of Supreme Lord. Таннам. Тат ит сат. Ом тат сат. Ом is экакшарам брахма. Брахма васту. Ом is тат and тат ит сат. Follow. Or meaning I can explain someday. So, actually, таннам рупа чаритади сукрито нану. Нам, рупа, гун, парикар, вайшишта, all. Нам, нам, парикар, нам, вайшишта, нам, парсад, нам, парикар, нам, all. Дам, нам, рупа, нам, гун, нам. Кришна is so beautiful. Кришна очень прекрасен. He also Харина. Рупа, нам. Если мы воспеваем имя, красоту образа Кришны, то это тоже Харинам. И вот если мы воспеваем святые имена, прославляем имя, славу, великолепное положение Кришны, то это хорошо. И вот Рупа Госвами Пад говорит, мы должны занять свою речь, свой взгляд наши и все остальные органы чувств в служении Кришне. И я говорю, что под руководством это все должно делаться под руководством чистых гуру и вайшнавов. Мы должны быть очень осторожны. И вот сукиртанану, значит, мы должны следовать нашему садгуру. Мы должны следовать вашему садгуру, не асадгуру. А не каким-то ложным гуру, которые стремятся только к славе, почету и уважению. И вот сукиртанану, значит, су, значит, нечто хорошее. Ку, например, плохое, а су хорошее. Это на санскрите. И вот под руководством гуру вайшнавов мы, если мы находимся на пути Шаутапанхи, то тогда у нас есть способность, тогда мы сможем прославлять имя Шри Кришны. И если у нас нет качества смирения, то мы не можем... то такое наше прославление не будет эффективно. Шрила Прабхупад пишет, что нам нужно так много людей для перевода Писания, чтобы они могли, изучая это, открыть свои глаза. Нам нужно много людей, чтобы переводить, если они придут к нам. Ну, где таких найти? И вот Шрила Прабхупад, мы должны снова и снова, мы должны снова и снова показывать людям, что сказал Шрила Прабхупад. Поскольку некоторые отклоняются от этого пути, следуют каким-то ложным гуру, мы должны показывать то, что говорил Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Кешава Госвами Махараджа. Мы не должны слушать каких-то гуру, которые отклонились от их пути. И вот смотрите, Шрила Прабхупад говорит, мы не можем узнать значение Бхагаватам. Мы не можем даже прикоснуться к значению Бхагаватам, но все же люди могут считать такого человека великим пандитом, у которого нет преданности, кто такой пандит. Пандит, на самом деле, если мы изучим значение этого слова, Удов спросил у Кришны, Кришна сказал, вот это шлока пандито банда мокшави, тот, кто имеет ясное представление о том, как
о том, что может быть причиной нашего освобождения и причиной рабства. Освобождение значит бхакти, и тот и есть настоящий пандит. Те, кто не вайшнавы, у кого нет чистой преданности, нельзя сказать, что они пандиты. Удав, он пандит. Удав Махарадж, он пандит. Видур Махарадж, он тоже пандит. Шукадев Госвами, он тоже пандит, они все великие пандиты. И Парикшит Махарадж тоже пандит, разве нет? И вот по милости Кришны, по милости Шукадева Госвами, Парамхамса Гуру, они тоже знают значение Бхагавата. Парикшит Махарадж разве не знает Бхагавата? Он получил, он был благословлен Шукадевом Госвами. Как Шукадева Госвами смог одобрить его? Он сказал, что да, действительно, самый достойный вопрос. То, что вы спрашиваете, это великолепный вопрос. Гурудев сказал ученику, это должен быть такой вопрос. Те, кто атмавидис, самоосознавшие себя души, они видят лотосные стопы Кришны в своем сердце. И вот твой вопрос, он великолепен. Он одобрен великими самоосознавшими себя душами, садху-гуру вайшнавами. И вот те, кто не вайшнава, мы не можем сказать, что они пандиты. Грамматически, если кто-то знает грамматику или знает санскрит, то мало знать санскрит. Для того, чтобы быть пандитом, есть много мусульман, которые санскрит прекрасно знают и любят санскрит, и говорят на санскрите. И пишут на санскрите, но они мусульмане все же. То есть не значит, что они пандиты, если они так хорошо знают санскрит, смотрите. И вот пандит значит тот, у кого есть ясное представление о том, что может быть причиной нашего рабства и нашего освобождения. Пандиту Бандо Мокшавит. И вот такова причина. И Парикшит Махарадж, он тоже пандит, Шрила Прабхупад говорит. Мы слышали, что великие люди, преданные, они спрашивали меня вот такой вопрос. Как это было возможно для Вьясадева Госвами? Вот Вьясадев Госвами, он Шакти Вьясаватара, он составил Бхагаватам по милости Кришны, вот как его в этом киртане описывается это все. И вот как это возможно, что Вьясадев Госвами может знать или может не знать. Тут не четко говорится, почему. Однажды Шанкар Бхагаван Шрила Прабхупад говорит, я могу два значения привести. И вот Шанкар Бхагаван говорит,
Aham vetti, sukha vetti, vaso vetti na vetti va. И вот внутреннее значение Бхагаватам по милости Верховного Господа, по милости моего Гурудева Санкаршана, я знаю, Шукадев Госвами знает, Вьяс может знает и может и не знает, как это возможно. Bhaktya, Bhagavata Gaika. Bhagavata, pure devotion. И вот из-за чистой преданности, это Бхагават Парампара, можем знать значение Бхагаватам. Но мы не можем поверить, как можно. Кто-то может сказать так. Суть в том, что если я спрошу, вы вот, готовите какую-то параману на кухне, а вы параману ну, приготовили, угостили преданных каких-то, если я спрашиваю вас, какой вкус параманы, а тот, кто готовил, он, может, ее еще не пробовал. Он как бы готовил, но еще и не успел попробовать. Сейчас он не может сказать, и такое же состояние Вьясадева Госвами. Вьясадев Госвами, он подобен повару. Он составил Бхагаватам по милости Кришны. Но Шукадев Госвами, он попробовал этот Бхагаватам. И поэтому Вьясадев Госвами может знать или может не знать. Но Шрила Прабхупад говорит, приводит другое значение, чтобы понять состояние обусловленных душ, что говорить о них. Те, кто находится в... И не только для них, и для тех, для жителей небесных планет, и говорится, что полубоги... Они были, эти полубоги, они растерялись, не смогли получить, осознать значение Бхагаватам. Сур значит полубог, а здесь сур, слово сур что значит? Те риши муни. Те, кто совершают баджан, они все покрываются этим словом. Если я спрошу внутреннее значение Бхагаватам у какого-то риши или муни, Шукадев Госвами может ответить, но как это возможно для него? Это невозможно. И поэтому говорится Бхагаватам, он это сам Сакшат Кришна. Поэтому невозможно для них. Но Шукадев Госвами может объяснить настоящее значение Бхагаватам. Вьясадев Госвами, он составил Бхагаватам. Но Веды, Веданты и прочее, но Шрила Прабхупад пишет, что он не мог служить Садгуру непрерывно, Шрила Прабхупад говорит. Непрерывно он не мог служить Садгуру, и поэтому он был вынужден написать различные вещи, даже после того, как составил Бхагаватам, он не мог написать имя Радхарани явно. Поскольку он думал о состоянии обусловленных душ, что если он напишет имя Радхарани, то они могут понять неправильно. Хотя Нарада, он сказал, что нужно ясно сказать о славе Кришны, но все же имя Радхарани в Бхагаватам не явно упомянуто.
И вот одну статью написал Шрила Прабхупада, что она Шримад Бхагаватам называется. И вот Шрила Прабхупада говорит, мы слышали это слово от Махадева. On the basis of this, this can be the reason. This can be the reason. И вот Шрила Прабхупад говорит, что вот это может быть причиной, то, что говорит Махадев в этой шлоке. Если мы не попробуем то, что мы приготовили, мы не можем сказать, какой вкус этого. Может, мы повар, но до тех пор, пока мы не попробовали эту готовку, мы не можем сказать о настоящем вкусе этого. И вот смотрите, мы не можем надеяться, что обусловленные души будут совершать харибаджан. Это особенный случай со Шри Чайтаньей Махапрабху. Особый случай. И вот когда Гуранга Махапрабху являл свою лилу, он всем раздавал милость, даже мусульманам и прочим. Какой-то мусульманин помог Махапрабху переплыть реку, но по указанию какого-то местного царька. Но когда он увидел Махапрабху, он расплакался и не мог вернуться. Читание Махапрабху, он, когда слез с лодки, он, этот мусульманин, упал без сознания. Он сказал, что я не могу больше жить без вас. Если для Гададхара Пандита это естественно, поскольку он Радхарани, то для этого человека это откуда все возможно для Шри Чайтаньи Махапрабху. То, что невозможно для Кришны, хотя Кришна не отлична от Шри Кришны Чайтаньи, но все же есть и проявление крипы, крипа, милость, которая явлена Шри Чайтанья Махапрабху, она несравненна и уникальна. Такое от Кришны мы не можем ожидать. А относительно особенности этой милости Кришна Чайтанья, он очень особый. И вот Навадвип Дама, она больше, более милостива, чем Вриндаван Дам. Прабхудананда Сарасвати в Навадвип Шатаке, он описывает это, он изучил все шастры и говорит, что мы очень удачливы, что мы живем в Навадвипе, но мы глупы, что не можем осознать всего величия Навадвипы. И вот таким образом, смотрите, Шрила Прабхупад говорит, что обусловленные души, они естественно, они чувствуют влечение к каким-то материальным вещам. Иллюзия майя, она очень сильна. И вот без саду Гуру Крипа невозможно избавиться от майя. И вот такое же приходит, что преданность бхакти. Бхакти, how you can get bonded soul? Bonded soul not, cannot show bhakti. Обусловленные души не могут проявить бхакти внутри себя. У них есть потенция, способность к этому, если они получит милость Антаранга Шакти, Сваруп Шакти, милость Бхакти Деви через Гуру и Вайшнавов. That point is very vital, you have to hear. You one time speaking, Supreme Lord is
Вот кто-то говорит, что Верховный Господь Сарат, никто не может повелевать им Аджид, и также и вот и здесь какие-то противоречия. Если в одной шлоке говорится, что Господь не может быть никем контролируем, а в другой говорится, что преданные могут его контролировать своей преданностью. И в чем же противоречие? Эти все противоречия, они могут прекрасно находиться в полной гармонии. То, что мы видим как вроде бы противоречащие, но в Кришне это может все находиться в гармонии. Кришна, он самый непривязанный, отреченный. Вайрагья, отреченность, Кришна, она и самый отреченный. Хотя Кришна является сотнями тысяч гопи, но как можно сказать, что Кришна такой отреченный, если он с гопи танцует? Но да, в Бхагаватам я могу шлоку показать. Кришна, он является сотнями тысяч гопи, но Кришна, он не нарушает свои брахмачари, и многие не могут видеть этого. И вот смотрите значение этого. Атма. Вот в этом стихе говорится, что Кришна, хотя он наслаждается с этими гопи, но внутри он полный брахмачари, и поэтому обусловленные души, многие обусловленные души, они не правильно понимают Кришну. Они не понимают его величия, его отреченности, непривязанности. Если мы попробуем выпить яд змеиный, то мы сразу умрем, но Шанкар Бхагаван, он самый ядовитый яд, он выпил без каких-либо серьезных последствий. Мы не можем имитировать Кришну таким образом. From the activities of Gurudev. They like to. Gurudev playing this, okay, I can do it. То есть, если мы будем имитировать великих душ, то ничего хорошего не получится. И вот Кришна, он соблюдает такую чистоту и брахмачарья, значит, чистота. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху пришел, поскольку люди, они осуждали Кришну, но и Махапрабху показал настоящее значение, он сказал, что мы не должны видеть каких-то ужасных, грязных этих вещей в Кришне, как Вастахаран Лила, например, это очень прекрасная, чистая, сокровенная лила. Вастахаран лила, она никоим образом не скверна, она наичистейшая. Мы должны слушать объяснение чистых гуру Вайшнавов, чтобы понять это. Гуранга Махапрабху хотел наказать Мукунду. Будьте очень внимательны. Гуранга Махапрабху хотел наказать Мукунду. Я не могу дать прему ему. Почему? Он так прекрасно поет. Он сахаджия. Он как сахаджия ходит туда-сюда. И он слушает хари-хари.
like Punjab people. Punjab people, they are so plain-hearted, you say. И вот как он был, как это. Но как есть некоторые люди, которые слушают и от Вайшнавов, и от Майвади, и не понимают разницы между трансцендентным и материальным. И настолько глупы, что не понимают разницы между трансцендентным и материальным. И вот если мы присоединимся к какой-то, ну, к такой группе, которая ходит везде и всех слушает, то ничего хорошего не будет. Но Шри Чайтанья Махапрабху дает нам такого, вот такой пример, что вот он сказал, я не могу дать прямо ему. А почему? А поскольку он хотя бы хорошо поет, но ходит по каким-то ну, ходит, а также к Майваде, и там приспосабливается. И к преданным тоже ходит, тоже как-то приспосабливается. И поэтому Махапрабху сказал, что прямо он ему не даст. И преданные попросили Махапрабху, что Мукунда живет с вами с самого детства, совершает киртаны. Вы должны помочь ему. И он сказал, хорошо, через... Через 10 миллионов рождений я дарую ему прямо. И Мукунда начал радоваться. А почему? Мукунда сказал, что... И когда увидели, что Мукунда танцует, спросили, почему танцует. Мукунда сказал, что я получу. Если Махапрабху сказал, значит, я непременно получу эту прему. А что это случится спустя много рождений, то это не столь страшно. И когда Махапрабху знал об этом, он сказал, что все твои 10 миллионов рождений уже прошли благодаря твоей такой сильной вере. Если Махапрабху сказал, что он может сейчас остановить наш цикл рождений и смертей, то это и так и будет по его воле, поскольку время, место, обстоятельства, оно все контролируется Верховным Господом. И поэтому я сказал, что во время лунного или солнечного затмения, что делать? Шрила Прабхупада сказал, что не нужно обращать внимание на эти солнечные и лунные календари, эти затмения. Мы преданные, мы должны совершать свое служение, какое дело это относится к нам. Но можно видеть, что многие люди и даже ачарьи закрывают храм, идут мыться в Гангу. И прочее, если мы воспеваем Харинаму, то разве можно оскверниться? Но некоторые люди вот, можно видеть, что во время затмения закрывают божеств и ничего не предлагают и прочее, но Шрила Прабхупада никогда так не делал, и можно ли таких людей назвать последователями Шрилы Прабхупады? Вот в календаре, который издает Девананда Годиманг, там предисловие Шрилы Прабхупады в начале календаря, и там говорится, что все контролируется Кришной, поэтому не нужно уделять внимание этим затмениям. Или вот даже некоторые ачарьи тоже советуют после, ну, то время затмения, если кто-то повторяет харинам и воспевает киртан, то после того, как это затмение кончилось, нужно пойти и помыться. Но это глупо, поскольку как можно оскверниться, воспевая харинам и хари киртаны. И такие люди, они одурачивают себя и весь мир, придумывая какую-то новую философию по дороге. И вот в Бхагаватам Махапуране
Если мы не сами не Бхагавата, не Бхакта Бхагават, мы не можем осознать Бхагавата. Если вы Бхакта Бхагават, то можно понять, что такое Гранха Бхагават. Что такое Гранха Бхагават? Там вопрос кто-то задал, почему Махапрабху однажды хотел порвать Бхагаватам. Мы знаем, что Бхагаватам он сам Шри Кришна. И Шрила Прабхупад объясняет, если весь мир спросит у меня, какого самый простой путь достичь Кришны, я скажу, и приходите в Гаудия Матх. А сейчас, ну, то, что сейчас происходит, я в этом не заинтересован. Гаудия Матх, это значит Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур, я не хочу смотреть, какую ересью занимаются какие-то другие люди. Если вы, Шрила Прабхупад говорит, я могу показать вам свидетельство. Кто-то спросил, как мы можем достичь Кришны, вы должны прийти в Гаудия Матх. И действительно ли так? У нас есть шанс следовать Шриле Прабхупаде, мы очень удачливы. Иначе кто может объяснить нам, каково значение каждой части секунды? Мы можем неправильно понять сочетание Махапрабху, Нитянанду, Бхактинанду Такура. Кто может объяснить нам? И вот какая... And wine, still Nithyananda is topmost purity. That doesn't mean Nithyananda is going to do it. It is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. Вот сочетание Махапрабху сказал, что если Nithyananda даже женится на какой-то мусульманке, то это не осквернит его, но опять же, это не значит, что Nithyananda женится на мусульманке, это просто пример такой. Имеется в виду, что даже если он это сделает, то это его не осквернит. Кто это написал? Вриндавана Стакур Махаши. Он последний слуга Нитянанды. Не сомневайтесь в этом, это моя просьба. Если вы что-то не понимаете, можете спросить. Я попытаюсь ответить должным образом. И вот Шрила Прабхупад говорит, Девананда Пандит, он был материалист, он совершил оскорбление лотосным стопам Шривас Пандита. Он объяснял Бхагавату неправильно, без бхакти. И Шрила Прабхупад объяснял то, что не бхакти. Если все, что... Если какой-то храм не имеет никакой связи с бхакти, с преданностью, то этот храм подобен какому-то месту Кали. Is a club of Kali, like Saturday club, Sunday club, is a club of Kali. If it is at all Gaudiya Math, you will have to follow Bhopas, Bhaktivinoda Thakur. Если это действительно Гаудия Матх, то мы должны следовать Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактивинода Тхакуру. Если кто-то хочет поддерживать Гаудия Матх, то он должен следовать Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактивинода Тхакуру. Галокадхам, он снизошел с Галоки, из Вриндавана. Мы не можем открыть какую-то матку, это глупо. Некоторые люди пытаются организовать какую-то матку. Может, увидеть такие люди, себя даже не могут контролировать, а пытаются открывать какие-то храмы в других местах. Даже один храм не могут контролировать, а пытаются еще что-то делать. Вот в английском есть такая пословица, что мы... Charity. Имеется в виду то, что мы себя должны начать
сначала, прежде чем что-то другое делать. То есть все наше... So this way Prabhupada told, only and only you will have to come to Gaudiya-mathi, go like to go to Supreme Lord. Вот, милосердие начинается дома. И благотворительность надо сначала себя начать, потом других учить. И вот если вы хотите в этой жизни достичь Кришны, то вы должны прийти в Гаудимадху к учению Шилы Прабхупады и Шилы Бхактивинода Тхакура, иначе мы не сможем достичь Кришны в этой жизни. Шри Чайтанья Махапрабху хотел однажды порвать Бхагаватам, хотя Бхагаватам мы слышали, Бхагават это сам Шри Кришна, да, Бхагаватам это сам Шри Кришна, мы знаем, Бхагаватам это Кришна, мы знаем, но Шрила Прабхупад говорит, Девананда Пандит, он материя, а не пандит, он объяснял Бхагаватам, он совершил оскорбление лотосным стопам Шриваса Пандита, он объяснял какую-то... Какое-то такое материальное, плохо объяснял, в общем. И вот Шрила Прабхупад говорил все материальные вещи, если вы хотите сделать ваше тело материальным, и также говорю о вашем, и вот все материальные вещи, материальные объекты, они будут уничтожены Рудрой. Если наше тело материальное, он впоследствии будет уничтожен Рудрой. Это обязанность Рудры уничтожить все, что не связано с преданностью. И вот Бхагаватам, оно... И вот этот материальный... Или человек, он читал Бхагаватам, и там не было преданности, и поэтому Кришна был гневен, и поэтому тот Кришна, Шри Кришна Чайтанья, он хотел порвать Бхагаватам, поскольку этот человек, он наслаждался Бхагаватам, объяснял, и хвастался тем, что он великий пандит. То есть объяснял так, чтобы получить славу. И можно видеть во Вриндаване и прочих местах большинство людей, которые объясняют Бхагаватам, практически все из них, они материалисты. И Бхагаватам для них это объект их наслаждения. И то, благодаря чему они получают имя, славу и положение в обществе. Но это нельзя сказать, что этот Бхагаватам как-то связан с Кришной. Вот тот Бхагаватам, который они объясняют через чтение Бхагаватам, они обретают имя, славу, положение какое-то общество. Поэтому это все материальное, без Шрилы Прабхупады. Кто может объяснить Бхагаватам, если кто-то во всем мире, кто может объяснить так, то только Шрила Прабхупад. И поэтому Девананда Пандит, он совершил оскорбление, что он... И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал этому Девананда Пандиту, что этот Бхагаватам – это объект твоего наслаждения, таким образом, поэтому я порву, и это Шри Кришна Чайтанья, он своим Шримад Бхагаватам, поэтому что плохого, сам Шри Кришна Чайтанья, он сам олицетворение Бхагаватам. И вот он хотел, и он сказал этому пандиту, что ты думаешь, что Бхагаватам — это объект твоего наслаждения. Иди, и вот таким образом можно видеть то, что какова ситуация происходит во времена Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Шри Чайтанья Махапрабху находился здесь, какое чувство было? Но все же многие демоны, они совершали оскорбления, они совершили оскорбления лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху и прочих преданных. Почему Шри Чайтанья Махапрабху являл такую лилу? Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху не может проявить свою славу перед преданными, перед непреданными. Шри Кришна, у него бесчисленные шакти.
У Кришны бесчисленные шакти, есть одна шакти. Сапракашата — сама проявляющаяся шакти. Кришна — бесчисленные шакти, из этого все шакти, одна из шакти — это сама проявляющаяся шакти. Если харикатха происходит и Кришна читание Махапрабху явится здесь, то не все могут увидеть, поскольку читание Махапрабху, он, Кришна говорит в каком-то описании вот такую шлоку: «О, Нарада, это мое решение, там, где мои чистые преданные, они воспевают харикатху, воспевают киртаны и харикатху, то будь уверен, я присутствую там, хотя, может, они внешне не могут видеть, но я там». И в поставлении Бхагаватам мы видим, что Шваны говорят Бхагаватам, и Удав танцует, Арджун играет на мриданге, Индра на карталах, и все они... И когда Бхагаватам закончилось, то вот эта шлока, они киртана начали петь, и сам Шри Кришна явился, и все преданные танцевали. И сам Шри Кришна, он явился там, и он тоже танцевал. И это зовется харикатхой. И когда Шри Чайтанья Махапрабху совершает санкиртан, и только три преданных получили даршан. Но имеется в виду, как Махапрабху в семи сампрадаях одновременно танцевал в семи группах. То есть четыре преданных только видели, что он танцует в семи группах одновременно, а остальные видели, что он с ним танцует. Именно с ними, а не с другими. И вот это наставление Верховного Господа, что Йогамая все делает. Вот эта шлока. В ней все описывается. Вот согласно воле Кришны, Кришна, он сказал: я хочу проявить себя и даровать вам свой даршан. И вот эти только нескольких несколько преданных они получили даршан Махапрабху в семи группах, а остальные... Только в своих группах. Но Дипи, например, не все осознали, что Махапрабху, Верховный Господь, Чапал Гопал, например, он не понял, или Кази, он тоже не понял, что Махапрабху, он Верховный Господь. Кто понял это, кому Кришна может даровать свою милость. Когда Кришна сказал: я хочу проявить себя вам, то только тогда, как перед Дугой Махараджей, Кришна явился, и поэтому Дугой Махарадж он увидел. И вот обусловленная душа, они хотят использовать Бхагаватам и свое положение как какой-то инструмент в их духовном бизнесе. Не духовном, а таком, как сказать, ну, что-то вроде духовного бизнеса. Бхагаватам они используют как товар для продажи на рынке. То есть некоторые люди используют Бхагаватам для продажи и заработка денег. Это плохо. То есть некоторые люди говорят что-то, что нужно делать, дают различные советы, но сами ничему не следуют. Шудраха пратигрешанти топовешу пуримина.
В прославлении Бхагаватам говорится. Те, кто принимают одежду саньяси и брамачари, они хотят, просто делают это для того, чтобы заработать к себе на жизнь, и все. И такого состояния обусловляют душу, смотрите. Далеко не все самосознавшие себя души, такие единицы на весь мир. По пальцам одной руки, то много пальцев, чтобы их пересчитать. Dharmam bhakshanti adharma gya. I'm not speaking. Bhagavat glorification. Я говорю из Бхагаватам, Дхармам. Те, кто следует дхарме, такие люди дают лекции по дхарме. Dharmam bhakshi adharma gya. То есть безбожники, они говорят о божественном. И вот такие люди, сидя на Вьясасане, они такие безбожники, они пытаются говорить о божественном, чтобы одурачить своих последователей. И вот в прославлении Бхагаватам говорятся такие слова. Если Хираньякша, вот он будет давать советы по Бхагаватам, но кто будет слушать, но в Бхагаватам в 7-й части об этом говорится. Хираньякша, он успокаивал своих этих родственников, говорил, что жизнь не вечна. Он тоже говорил что-то, изучение Бхагаватам. Но кто будет слушать это, и поэтому Шрила Прабхупад говорит. И Шрила Кешава Госвами Махарадж тоже говорит, что демоны могут тоже цитировать Писание. Демоны тоже могут цитировать Священное Писание, но это неэффективно. Сами они этому не следуют. И вот они, такие демоны, могут сидеть на Вьясасане, осквернять как и Вьясасане, так и тех, кто слушает. В Падмапуране это говорится. И те, кто не слушает настоящую идеальную харикатху, такие люди попадают в ад. Шрила Прабхупад говорил, что мы должны слушать от самоосознавшей себя души, которая не привязана к материальным наслаждениям и прочим вещам. Шрила Прабхупад говорил, что мы должны игнорировать бесчисленные голоса мирской мудрости и слушать голос только самосознавшей себя души. И вот это, как мы можем ожидать, что тысячи обусловленных душ могут совершать бхакти? Мы знаем ли мы ситуацию обусловленных душ Риши Муни, которые живут на высших мирах? Они плачут, видя наше состояние. Sometimes they are coming in guys to help them if their luck is good. So we cannot expect. И мы не можем ожидать, что обусловленные души могут совершать бхакти до тех пор, пока эти обусловленные души не получат милость садхгуру и вайшнавов. Те, кто имеют чистую преданность садхгуру и вайшнавы, они могут дать шакти, значит бхакти. Они могут вложить эту силу бхакти в наше сердце. Если у нас есть возможность служить чистым вайшнавам, если мы, они будут довольны нами, то они благословят нас. Then and
И тогда, и только тогда обусловленные души обычно не имеют бхакти. Но мы можем сказать так, иначе люди потеряют, ну, они опечалятся. И вот суть в том, что я, однажды я сказал, что Кришна, он тоже явил бхакти. Если преданные могут явить бхакти, то и Кришна тоже можно показать бхакти. Кришна, он бхакта-бхактиман. Бхакта-бхактиман. Кришна, он тоже показывает бхакти. Вот если все живые не имеют потенцию, возможность совершать, обрести бхакти по милости Гуру Вайшнава. Вот Махарадж в прошлый раз говорил, Джива Сварупа Кришна Нитьядас. Смотрите, говорится не Кришна Бхакта, а Кришна Нитьядас. И почему Кришна Дас Кавираж Госвами не написал Нитья Бхакта? Киртаны на бенгали, на санскрите. И таким образом мы не можем ожидать, но все же в тот день я говорил, что, может быть, я ваш отец, вы потеряли меня. Не могу, вот нельзя, прошло 20 там, или 30-50 лет. Если отец и сын, если они физически потерялись, но их связь, их отношения, связь как отца и сына, она не потерялась, смотрите. То есть мы можем сына потерять лет там, ну, 15-20, но связь как отца и сына, она не пропала, не теряется она. И вот, хотя эти души не служат Кришне, но мы можем сказать, что они могут служить Кришне. И проблемы нет в этом. Это дасья служение, оно естественно, но они не могут бхакти явить до тех пор, пока не получат милости Гуру Вайшнава, поскольку обусловленная душа, как долго они путешествуют по этому миру, Анади Бахирмук, значит, Санатана Шичитани Махапрабху говорит, что есть две группы. Одна группа Нитья Анмук. Те, кто совершает Нитья Севу. Есть Нитья Бадхаджива и Нитья Мукта. Две группы. Есть Татастха. Такое татастха, пограничное состояние дживы. И мы есть обычно две группы. Вечно, те, кто вечно служат Кришне, Нитья Мукты, вечно свободные, Нитья Бадхи, вечно обусловленные. Садху Гуру Кипа Бенена Дхи Кипа. До Кришна Пули Сайджи Ванади Гойрмук, Анади Гойрмук,
И вот Анади Бахьямук, значит, эти отвернулись от Кришны, обусловленные души с незапамятных времен. Но все же это обусловленное состояние может прийти к какому-то кончиться, может быть. Шрила Бхактиван говорит, может, без незапамятных времен они скитаются без бхакти, но все же есть возможность, что вероятность могут развить бхакти, и поэтому Бхактиван Такура пишет. И хотя с незапамятных времен они отвернулись от Кришны, но все же они могут обрести возможность, они могут они могут повернуться лицом к Кришне, и таким образом их обусловленное состояние закончится. И вот об этом Махарадж в следующий день будет говорить. Шрила Прабхупад говорит, есть Бадха, Татастха и Мукта. Два термина. И вот три состояния обусловленной души. Мукта — это состояние... То есть это состояние душ такое. Есть Бадха Джива, Татастха и Мукта Джива. Это состояние душ. И вот они с незапамятных времен. И Кришна, он не, и Кришна не ответственен за их. А порабощение или освобождение нити мукты, например, они тоже дживы. Они тоже души. Нити мукты. Можно вспомнить, я говорил о Свамше и Випхинамше. Govindamadi Purusham Tamam, you know, this sloka. So all same, like, all Pradeep, I mean, all, I think I cannot trace out with the original. Вот but original Govindamadi Purusham Tamam. Govinda, он изначальная личность Бога, изначальная причина всех причин. Но проявление милости, оно может быть различно. Где-то больше, где-то меньше. Согласно проявлению милости, мы и Кришна Баджан нужно выделить наивысший приоритет. Если мы хотим обрести вкус, если обусловленная душа хочет возвыситься и начать бхакти, и иметь такие пять, один из пяти видов рас, Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхури, любой из этих пяти рас, если она хочет получить такие отношения с Верховным Господом, то она должна поклоняться Кришне. Это наивысший шанс обрести одну из этих пяти рас Кришна. С Рамачандрой или с Ваманой или с Нарисимхой у нас нет возможности обрести все эти пять рас. Даже не с Дваракадишем Кришной, даже не с Мадхурадиш Кришной. И поэтому наша Гаудия Сиддханта такова. И вот смотрите, состояние обусловленных душ очень
бедственно, и самосознавшие себя души, они, видя их такое состояние, их обусловленные души, они всегда думают о том, как спасти их, как помочь им. Как помочь, как спасти их? Мы знаем, что они не придут к нам, но все же можно попытаться как-то помочь им. И все дживатмы сравниваются с рыбой, которые плавают в таком океане Майи. Говорит, вы можете обрести полную милость Кришны и попасть в нектарный океан Према, и мы должны развивать нашу преданность лотосным стопам Кришны, и тогда мы сможем обрести его милость. Мы должны совершать этот киртан каждый день. Мы должны собираться и петь эти киртаны. И вот обусловленная душа, такой баджан обусловленной души очень сложен, опасен. Но все же, если они будут следовать чистым Гуру Вайшнавам, разовьют чистые отношения с ними, то автоматически они смогут обрести возможность продвигаться дальше. И вот без милости Гуру и Вайшнавов они не смогут продвигаться, и бхакти, если оно нету в их, их бхакти нет, но возможность получения бхакти есть. Out of their own effort, they cannot. That day I told her. That day I was speaking. Now, Motir Nakishne Paratoshatova Mito Vipadit Viho Vratanam Adant Gohir Vishatam Tamishram Punaha Puno Chalvito Charvananam. Life after life, they get the same enjoyment. Kama, krudha, lava, moha, but still they are not feeling disgusted. Такие души рождаются, умирают, испытывают какие-то материальные наслаждения, страдания, и все же им это не надоедает. И Прахлад Махарадж говорит, из своих собственных этих усилий мы не можем обрести бхакти, и что Вишванатха Чакраварти говорит. И много споров насчет Сиддханты идет. Like dog. They're going on. There's nobody going to follow what is
Если мы хотим получить значение шастры, мы должны следовать парампаре. Говорится здесь, что если мы хотим узнать значение каких-либо шастр, мы должны следовать нашей гуру-варге, иначе это не явится в нашем сердце. Прохлад Махарадж говорит, из-за наших этих собственных попыток мы не можем обрести бхакти. Out of your own motir na kishne parato satoba by the help of other people in the society is помощью других людей в обществе maybe your father mother why отца матери или своими усилиями мы не сможем обрести преданность бхакти но за пределами этого те, кто совершает грихаврату, Hare Krishna. Sometimes we forget because you are not giving mercy to me. Hey, it's a Sriji. What are you speaking? Вот, говорится... What are you speaking? But Motir na kisne paradosatova, automatically you cannot sow bhakti. Strength come. So Grihabrata. И вот Грихаврата значит. Шрила Прабхупад объясняет, есть два значения, есть санкиртана медхи и греха медхи. Те, кто день за днем развивает свой вкус к ведению материальной жизни, они зовутся греха медхи. Может, они в одежду саньяси носят. Но, или в одежду брамачари носят, но если они слишком привязаны к материальной жизни, то они все равно грехометхи. И те, кто у кого есть такое желание наслаждения материальными вещами, они так постепенно в эту материальную обусловленность попадают, а другие санкиртанаметхи. Те, кто всегда воспевает святые имена, взывают к именам Господа, и в сердце всегда харикатха и киртан происходит, и к таким людям майя даже возможности не получает войти в их сердца, если они всегда совершают санкиртан. Sufficient to make you believe, to give you mind, but I am doing. Not 2 hours of kirtan. All the 24 hours you will have to do kirtan. Мы должны всегда, Шрила Прабхупад говорит, мы круглосуточно должны помнить Верховного Господа и совершать санкиртан круглосуточно, и тогда никакая майя не может войти в наше сердце, и в этой жизни мы сможем достичь Верховного Господа, достичь Галоки. Почему нет? Йодабай, такая женщина была, это, королева какая-то была во дворе Акбар, Акбар Ватсы было 50 с чем-то жен, и вот Джодабай, одна из них, она совершала баджан и достигла успеха. И кто-то еще, и вот они совершали Кришна Баджан, царь им позволил. Этот Акбар Ватса был один единственный мусульманский царь, который
который более был очень либерален, очень широко мыслящ, имел любовь к гуру Вайшнавам, поэтому его мусульмане не ненавидят из-за его широкомыслия. И такая ситуация, если мы совершаем чистую преданность, то все... Сейчас такая ситуация происходит, что остальные выгонят вас из общества, даже из вайшнавского общества выгонят. И вот а кто может сказать, судить? Кто может судить? И вот обусловленная душа не значит, что она всегда находится в обусловленном состоянии и никогда не обретет бхакти. Это не значит ее обусловленное состояние, она может кончиться по милости гуру и вайшнавов. И вот они могут быть вивипхинамша. Из татастха шакти мы и вот Кришна, Кришна Чайтанья Махапрабху сказал, что мы не должны сомневаться в этом. Кришна татастха шакти бедавид пракаш. Санатана Шикша Махапрабху говорит. И те, кто вечные, никогда не было за всю историю вечной вечности, не было никогда такого времени, когда вот такие нитья мукты, они всегда были преданы Кришне, вечно преданы, никогда за всю историю времен не было такого, что они когда-либо отвернулись от Кришны, они явлены Баларамой, Санкаршаном, и они из его тела не все изошли. И вот там они всегда заняты в Кришна-севе. Они не могут, они не те мукты, они никогда не отворачиваются от Шри Кришны. Они вечные его спутники, они всегда служат Кришне. От Радхарани бесчисленные гопи исходят. Они служат божественной чите Рада Говинде. Для Баларама даже из Баладева Мул Санкаршан, Маха Санкаршан, в Вайкунтадхаме тоже из Санкаршана различные дживы исходят, они служат в Вайкунтадхаме на Райане. И вот как это возможно так запутано? Но там нет запутанности никакой. Если мы получили милость Гуру и вайшнавов, то тогда у нас есть возможность слушать об этом. Иначе, если мы потеряемся, то где вас найти в этом бесконечном мире? В этом мире бесчисленное число джив, и поэтому не теряйтесь, имейте терпение, имейте смирение, совершайте баджан. Я могу объяснить много вещей в следующий раз. Сегодня время кончилось. В следующий раз я скажу то, что хотел сказать. Шрила Прабхупад, мы очень неудачливы. Сейчас я скажу что-то об обусловленной душе. Они используют свою независимость, и это свобода, независимость, это огромное сокровище, но они неправильно используют его, и из-за этого теряют все. Кто ответственен за это? Кришна. Rain falls there all the time. If I have no pot, I cannot catch rain.
rainfall is there. Как есть дождь, например, если у нас какая-то емкость, мы можем поймать этот дождь, набрать его в какую-то емкость. Есть сати накшатра, какое-то положение звезд, если эти лучи. Эти звезды, они попадают в океан, то там эти растут эти ракушки, перлы. Перл этот жемчуг. А если попадает на что-то другое, какой-то яд образуется, вроде. А если это же свет от этой звезды попадает на голову слона, там какой-то драгоценный камень образуется. Гаджамукта называется. Очень редкий, дорогой. Царь его обычно имеет, и вот смотрите, это одна звезда, она, ее лучи попадают в различные места, но смотрите, какие разные последствия. Вот если на змею какую-то попадает этот цвет этой змеи, то змея становится гораздо более ядовита. Как, например, есть нож, кто-то ножом фрукты режет, а хулиганы, они пытаются людей как-то терроризировать. Доктор может скальпелем какую-то операцию сделать, исцелить кого-то. Ага. От чего это зависит? От нашей независимости, от нашей воли. Jovanam dhanasampatti prabhutyam avivekita ekoikam opi anarthayo kimuto yatto chatushtayam Jovanam dhanasampatti prabhutyam avivekita ekoikam opi anarthayo kimuto yatto chatushtayam. I can explain this sloka now next way. So, the sloka I started, we can remember? Асар сансар халу дукшарупи мимакаха сутаха касса дханам касса снехубан жалате анишам нача индраса сукхам кинчинна сукхам чакравартина сукхам асти вирактася муни рекханти живена ванча калпадурвасики басин бхавича патитанам бхавана бхавишна бьо намана.